Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном городе-курорте Анапа. Несмотря на прогнозы, которые нам обещают прям дожди и плохую погоду, у нас светит солнышко, и сейчас еще плюс 18-19 градусов. Мы сегодня с вами пойдем на обзор в магазин «Модная школа», узнаем о том, как в новых реалиях собирать детей в школу, есть ли какие-то проблемы. Ну и ценник, конечно же, интересует, вырос или нет. Потому что очень многие мои подписчики, приезжая, уже также используют магазин «Модная школа» для того, чтобы одевать своих деток в школу. Ну, в том числе и я своего сына одевал. В этом году буду впервые одевать еще и свою дочку в школу. Это будет очень интересно. Так что пойдемте знакомиться. Магазин находится по адресу улица Ленина, 154. Рядышком на первом этаже медтехника. На втором у нас также находится фикс прайс. Если вы уже покупали свои вещи здесь, обязательно пишите об этом. Будет интересно вас услышать в комментариях. Улица Ленина всем известна. Приезжайте, паркуйтесь и поднимайтесь на второй этаж. Подняться нужно нам. Если что, подписывайтесь на все новинки в их социальную соцсеть Instagram. Запрещено в России. И мы поднимаемся наверх. Здесь пока клиенты. Сейчас дождемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня пришли к вам в гости. Расскажите нам, как вот в новых реалиях вообще изменилась конъюнктура рынка? Есть ли какие-то проблемы с поставками? И как с ценами на школьную одежду? Будут ли проблемы в этом году у наших подписчиков, чтобы собрать своих деток в школу? Да, в этом году год оказался не очень таким простым. Но, вы знаете, на самом деле... Вот все хорошо. В нашем магазине всегда все хорошо было. И до этого момента, и сейчас, и в дальнейшем. Потому что мы всегда стараемся именно делать максимальное ориентирование, да, на своего покупателя, на своего клиента, на своего гостя, на своего друга. Потому что все вы в нашем магазине, вы наши все большие друзья. И мы вас честно, от души, по-настоящему искренне всегда любим и ждем. Мы ничего в нашем магазине не меняем. В плане, знаете, сейчас идет глобализация такая, изменение цен. Все сразу, новые цены, новое сырье, новые закупки. Все сразу по-новому. У нас нет. У нас все как всегда. Мы живем обычной жизнью, спокойно. Цены, которые были, товара у нас всегда очень много. И всегда у нас большой ассортимент. Те, которые цены были, мы их не меняем. То есть, придя в наш магазин, если товар будет из остатков того года, 21 года, он будет по прежней цене. Новый завоз товаров, да. А производители, поставщики отреагировали, понятно, на рынок, потому что изменение цены на сырье, оно, конечно, дает о себе знать, но я вам хочу сказать, что повышение цен у наших поставщиков оказалось незначительным, потому что все закупки материалов и отшив всех заказов, которые мы размещаем, он начинается с ноября-декабря месяца. То есть это было до этого резкого скачка и до всех этих каких-то неприятностей, связанных с рублем. Поэтому так как мы размещаем заказы на производство очень рано, осенью, то получается, что мы отшили новые коллекции по очень хорошим, удобным ценам. И в принципе не очень сильно даже наш розничный покупатель заметит разницу в цене, там, если вот он запомнил вдруг цену того года. Поэтому вот правда наш ассортимент будет очень доступный. Очень. Большой ассортимент, модельный ряд увеличился, цены мы практически сохранили на прежнем уровне благодаря своей вот стратегии ранних заказов, ранних отшивов. Так как мы предприятие, которое является официальным представителем российских крупных фабрик у себя в регионе, в Краснодарском крае, понятно, что мы работаем очень серьезно с производителями, и наши большие закупки, они подразумевают и тоже очень удобную цену, да, то есть мы отшиваемся тоже по очень удобной цене для нас и для нашего покупателя, поэтому благодаря тому, что вы нас очень сильно любите, а мы вас очень сильно любим, наша работа для вас становится еще более приятной, потому что все это складывается в те удобства и все такие
положительные нюансы и моменты в работе, когда на клиентоориентирование наше, оно нам дает возможности заранее все планировать и выстраивать стратегию закупок. Поэтому удивлены вы будете очень приятно нашей ценовой политикой. Вот. Не буду вдаваться в подробности, там, что, насколько, но говорю честно, откровенно, что товар будет на уровне прошлого года с небольшой, вот просто с небольшой динамикой повышения цен, только новых поставок. Прежние поставки, они все остаются, мы не меняем, как в других магазинах, меняют все остатки по другой цене, и ну, мы так не хотим, мы так не работаем, мы работаем честно. Если есть новый товар, есть новая цена, да, мы ну, отреагируем, ну, поставим цену именно согласно новой поставке с учетом увеличения стоимости сырья. Весь остальной товар, даже те же акции, которые мы даже новые акции дополняем в этом году, наоборот, скидки предоставляем, предоставляем какие-то еще больше возможностей с учетом нынешнего времени, такого ну, непростого, да, когда люди будут действительно выбирать то, что выгодно, то, что дешевле, может быть, для кого-то ориентир будет, да, очень важно, потому что бывает в семье не один школьник, бывает несколько школьников. И мы наоборот еще на больше товар, мы пересмотрели сейчас весной свои товарные запасы и еще больше сделали выгодных цен для того, чтобы людям удобнее и выгоднее одеваться в нашем магазине. И акции будут на большое количество ассортимента, где еще будет наоборот цена снижена со скидкой, товар был более доступный для покупателя. Мы работаем на очень больших объемах, поэтому можем себе позволить все. Ну и в первую очередь, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы наши покупатели всегда здесь находили модный, хороший, классный, качественный товар. Но еще и вот эта гибкость ценовой политики, она привлекала покупателей, и люди чувствовали, что ну правда здесь честно, ну правда здесь с любовью, ну правда здесь от души все делается, и у нас нету никогда цели что-то урвать или как-то заработать на каком-то моменте. Вот нет, вот правда. Я настолько люблю жизнь, я настолько люблю людей, детей. И я наоборот всегда хочу, чтобы люди, которые приходили сюда, они чувствовали, что здесь их любят, в этих стенах их любят и ждут. И здесь ни у кого нет желания или стремления что-то сделать, чтобы за счет этих людей, которые приходят, как-то устроить свою жизнь. Вот совершенно нет. Я готова наоборот отдавать и раздавать. И постоянно даже занимаюсь благотворительными мероприятиями разного рода. Поэтому приходите к нам, мы вас всех очень любим и уверенно приятно удивим. Когда приходите? Когда будет поступление товара и какие-то новые модельки, может, появятся, что-то, чтобы было интересно. Да, поступление товара у нас конец мая, начало июня, начинают уже прям большими объемами приходить. Это немножко идет с задержкой от графика планируемого, потому что мы планировали с начала мая уже сделать полную магазина, но ничего страшного. Мы ждем поставки товара. Они уже начинают происходить сейчас в нынешнее время. Вот прям полный магазин будет с новыми новинками, со всеми интересными модельками, которые будут очень модно, очень стильные в начале июня. И мы пригласим, да, Юру Азаровского для того, чтобы сделать красивый показ для вас. Вам показать вкусно то, что у нас будет, чтобы вам было интересно. Я честно говорю, мы в этом году очень сильно постарались со многими дизайнерами, производителями для того, чтобы улучшить так ассортимент, чтобы еще больше у детей горели глаза в примерочных, чтобы они еще с большей любовью приходили в наш магазин и хотели бежать быстрее в школу в нашей одежде. Потому что на самом деле ориентир самый главный для нас, для всего коллектива модной школы, это довольные глаза наших школьников, когда они действительно в примерочных говорят: мама, я хочу быстрее в школу. Это очень ценно, и это моя жизнь, это моя страсть, это мое большое увлечение, большая любовь. Это то, что я могу сделать для людей других с душой и от души. И, в принципе, весь коллектив, который у нас будет в этом году, тоже собираться будет новый. Мы сейчас дополнительно набираем сотрудников. Кто желает нашу команду, можете обращаться, приходите. У нас скоро будет обучение проходить, и мы будем набирать команду очень вдохновляющих людей, которые именно готовы подарить другим людям эту радость
и это вдохновение для того, чтобы не просто одевать детей к школе, а для того, чтобы вдохновлять детей ходить в школу. А красивыми, с хорошим настроением, и когда человек с хорошим настроением, у него всегда день позитивно сложится. И от этого, я уверена, результативность даже учебного дня напрямую влияет, в чем идет ребенок в школу. Поэтому у меня вот такая философия, и мы ее всегда транслируем с очень большим чувством, правда, любви к деткам и взрослым. Но я просто очень люблю одевать людей. Это просто моя страсть. Я к вам приду не один, не только с сыном, а еще у меня дочка пойдет в первый класс. В этом году уже? Да. Вот так вот время летит. Это будет прям интересно мне. Ой, это будет здорово вообще. Это зря вы так радуетесь. Вы Дашу мою не знаете. Но мы подход находим к разным деткам, поэтому для нас все детки хороши, все замечательны, все самые лучшие, все самые добрые, самые красивые, самые настоящие. А девочки — это вообще моя страсть. Я как мама трех замечательных дочерей, я очень люблю одевать детей. Я с нетерпением буду ждать твою дочку в своем магазине. Я очень люблю девочек наряжать. Ой, у нас в этом году будет очень большой ассортимент новых моделей блуз. Потому что, ну, девчонок — это самый большой объем, скажем так, одежды в гардеробе школьницы, да, потому что блузки надо менять. Ну, и там кто каждый день, то как, ну, кто как может. Вот, и у нас в этом году такие новинки блуз будет. Вот сегодня буквально пришло оповещение, что товар уже отправили с фабрики. Я с нетерпением жду и с нетерпением буду делиться со всеми вами этим ассортиментом замечательным. Там будут дизайнерские модели, там личные мои дизайнерские модели будут. Я как дизайнер их разрабатывала. Плюс молодые, очень инициативные дизайнеры на фабрике очень сильно потрудились над тем, чтобы наш ассортимент прям ожил так ярко, чтобы у каждой девочки в примерочной прям был такой выбор, что вот она могла прям вот лучшее из лучшего выбрать, чтобы она вот прям пошла в школу, и она чувствовала себя такой яркой, красивой, индивидуальной. Поэтому девчонок мы будем наряжать в этом году особенно ярко. Я вам гарантирую. Хорошо, посмотрим. Как я и говорила, да, наш ассортимент всегда разнообразный, всегда много на любого ребенка, чего предложить. И вот к моменту, да, о ценах. Вот у нас акции проходят, да, мы их не убираем, мы их наоборот добавляем. Платье сделали акцию, все по 1000 рублей, пожалуйста. Но в наших современных реалиях, конечно, это очень хорошее предложение. Сарафаны со скидкой сделали акцию по 700, по 900 рублей сарафаны. Выбор очень большой. Но вот правда, интересно будет собираться в школе у нас, потому что и модели много, и выбор большой, и еще и цены. Жилеты, жакеты по 600 рублей, пожалуйста, есть акции, приходите. Серые, черные жилеты, синие жилеты, брючки есть. Есть новые коллекции, есть со скидкой по 700 рублей, по 1200 большие взрослые размеры. У нас еще есть тут отдельная история, нарядная коллекция со скидкой 30%. Конечно, еще можно не просто к школе одеть девочку, а одеть еще вот так вот как-то интересно, очень модно и стильно, вообще просто на каждый день. То есть модная школа — это история не только про школу, это еще история про то, как можно просто модно выглядеть каждый день в жизни. Вот. Поэтому у нас всегда есть разнообразие ассортимента, даже сейчас в преддверии лета, какие-то джемпера, короткий рукав, рубашечки. Вот у нас манекен стоит, акция 30% на нарядную одежду, да, вот в моем деле. Такой джемпер, футболочка, короткий рукав, брючки с лампасами. Все очень высокого качества, да, все российский производитель. Напоминаю, что у нас ничего нету сделано не в России. То есть у нас только российские производители. Все ГОСТ, нормы, санпины, все очень хорошо. Плюс еще вот и для женщин. Платья есть, костюмы есть, футболки есть. Это модная школа — это для всей семьи. Это не только про детей, про школьников. Вот, это для всей семьи. Можно и маму одеть, и папу одеть, и кого угодно одеть. И вот такие сейчас летние костюмы, лето впереди.
классные шорты, широкая футболка. У нас и мамы, и дочки берут, и семейный лук собирают, family look. Мама с дочкой в сиреневом таком лавандовом цвете, и в белом цвете летнем есть, и в таком розовом, пудровый, розовый цвет с длинным рукавом. Очень классные костюмы, качество, конечно, изумительно. Но качество, у нас все, что не возьми в руки в магазине, все тут очень будет высокого качества, потому что я лично сама всегда отбираю производителей и отбираю именно по первому критерию, это качество сырья, чтобы любая вещь, которую возьмешь в руки, я знаю, что это надо будет носить потом не один раз, чтобы это было настолько комфортно каждому человеку, кто здесь будет одеваться. Если это трикотаж, то это стопроцентный плотный трикотаж, который держит форму, не будет желтеть, темнеть, интересный, с акциями, с какими-то моделями, и нарядный, пожалуйста, и яркий, и, я не знаю, вот джемпер яркий сверху, если вот такой подобрать девочке, вот, джемпер, вот такая юбка. Ну, это, я не знаю, это красота ж неземная. И как-то со вкусом вся фурнитура, вся отделочка, как-то безупречно всегда все смотрится. Стильно, красиво, ярко одеваться – это просто наша страсть. Мы так любим. Поэтому приходите. Модная школа, Ленина, 154Б. Работаем каждый день. Так что ждем вас и до встречи на обзоре в июне месяце. Будет очень шикарная новая школьная коллекция. Я вас всех люблю.